Протестил я батарейку на iOS 14.5 Beta 2. Что я могу сказать? В целом, в принципе, работает ничего, никаких ошибок я таких не заметил. Нагрева аккумулятора как такого не было, только при рендере каких-то видео, там синшота, экспорт там в iMovie, там переработки и так далее, и так далее. Играть я не играл в игры. В целом, хочу сказать, все нормально. Опять же, я опять говорю вам, ребята, не надо обновляться, потому что это бета-версии. Зачем оно надо? Будут какие-то там ошибки, будут какие-то сбои, даже просто на обновление с одной беты на другую или с релиза там на бету. Потеря данных там и так далее, и так далее. Могут встречаться разные баги. То есть вы, опять же, если надумаете это делать, вы действуете только на свой страх и риск в первую очередь. Я вас к этому не призываю. Давайте перейдем в батарейку. Что у нас здесь происходит? Вот состояние аккумулятора, то, что я вам говорил. Еще вчера, когда я записывал видеоролик, у меня было 97%, уже 96%. Вот вам, пожалуйста, о том, о чем я вам говорил. То, что бета-версия все-таки портит батарейку. Телефончик я дозарядил, как видите, где-то без 10-9 я снял зарядки. Сейчас уже вот 19 часов 13 минут, у меня 63%. Особо сильно не нагружал, я же говорю, порендерил. Тут 4, почти 5 часов у меня активного экрана в тех или иных приложениях. Все-таки здесь фризит вот в разделе аккумуляторы. Ну и, конечно же, можете заметить то, что состояние аккумулятора, конечно же, упало. Ну а так, в принципе, ничего. Лучше всего, опять же, объясняю, я говорил в прошлом видео, не надо обновляться на бета-версии, есть для этого я. Подобие таких людей, как я, тестируем беты, а вы на них смотрите и уже делаете выводы по окончанию. Но лучше всего делать на релиз, и то не всегда лучше обновляться. Вот некоторые люди, которые сидят на iOS 13.6, 13.5.1, 13.7, вы лучше еще сидите там, потому что переходить ради каких-то виджетов, ради каких-то там мелких нововведений, оно того не стоит, поверьте мне. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Делитесь с моими видео, как с этим, с вашими друзьями и близкими, чтобы они тоже были в курсе. Всем пока! I will never break down, I will never break down. Boom, do you wanna break me down?